हम ज्ञान चंद्राम दश ज्ञानांजन सला गया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम прежде всего моему гуру пада падме и царила правишна омишна пада аштатара шата шри шримат бхакти шри рупе сиддханте госвами махараджу я предлагаю бесконечное саштанга дандават пранамы склоняясь к его лотосным стопам также моему шикша гуру пада падме Нитилила Правишна Омишна Пада Аштата Рашата Шри Шримат Бхактивиданти Шриля Нарайне Госвами Махараджа. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Хари Кришна. По вечерам мы слушаем читание Бхагавату. Я подумал, что по утрам мы будем изучать иное писание, которая относится к бхакти и поможет нам обрести знания, связанные с преданностью. Я выбрал писание, которое называется Джайвадхарма. Кто написал данное произведение? Шрила Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур кем является? В нашем мире бхакти его называют Бхагиратхой. Что сделал Бхагиратх изначально? Он пролил милость на своих предков, на 10 тысяч сыновей Сагара Махараджа, которые обратились в пепел, оскорбив Капилу Муни. Как же они могли обрести благо, если бы Ганга не зашла в этот материальный мир и коснулась пепла, в который превратились их тела, они обрели бы благо, ведь Ганга — это Чаринаврита Господа. Амшуман и другие родственники по восходящей линии Бхагиратхи пытались освободить сыновей Сагара Махараджа, но это им не удавалось. Почему? Потому что они наслаждались материальным миром, а затем уже, достигнув преклонного возраста, состарившись, тогда только начинали поклоняться Ганге и пытаться ее умилостивить. То есть вся их энергия, все их силы уходили на наслаждение материальным миром. А в конце уже жизни они пытались удовлетворить Гангу. Их ум не был направлен однонаправленно на Гангу Деви, на Бхакти. Но Бхагиратха Махарадж поступил иначе. Он подумал, нет, мои предки страдают. Они жаждут обрести освобождение, испытывают сильнейшие мучения. Поэтому Бхагиратха подумал, поскольку мои предки страдают,
Как я могу сидеть на троне и спокойно наслаждаться? Это неправильно. Поэтому я сначала должен пролить милость на своих предков, помочь им освободиться. Поэтому он с самого детства начал поклоняться Ганге. Детство – самое благоприятное время для духовной практики. Например, в детстве все схватывается на лету, а в более взрослом возрасте уже тяжелее запомнить, освоить новые знания. Однако в детстве это очень легко сделать. Поэтому с детства Бхагират Махарадж всю энергию, всю силу не тратил на постороннее, а старался только умилостивить Гангу, посвятил ей ум, тело, речь, посвящал баджан однонаправленно, посвятив себя Ганге. Поэтому она была довольна и предстала перед ним. Вы были в Гангасагаре? Кто был? Все тиртхи. Несколько раз можно посетить Гангасагар, хотя бы раз обязательно нужно достичь. То есть имеется в виду, что ее благо от посещения единожды превосходит благо от посещения других мест в несколько раз. В это время предки Бхагиратхи Махараджа не могли успокоиться. Их тела превратились уже в пепел, и когда Ганга коснулась, когда Ганга текла по земле и коснулась пепла, в который обратились тела предков Бхагиратхи Махараджа, души его предков получили благо. Бхактивинода Такур сравнивается с Бхагиратхой. Почему? Потому что Бхагират совершал очень тяжелое подвижничество, суровые аскезы, чтобы привлечь Гангу в этот мир и одарить своих предков благом. Подобным образом Бхактивинода Такур также предпринимал очень сильные усилия, чтобы проповедовать чистое бхакти. Потому что в то время, когда он не зашел в этот мир, было 13 апасамбрадай, Чурадари, Гауранагари, Смарта, Джатагасая, Аула, Баула и так далее. 13 апасампрадай, то есть те, кто апасампрадай, за пределами истинных сампрадай. Если мы хотим совершать шутта-бхакти, следовать чистой преданности, нужно держаться подальше от данных апасампрадай. Почему? Внешне они могут выглядеть как преданные, совершать бхакти, однако бхакти в их обществе обрести невозможно. Почему? Потому что это апасампрадай. Они лишь выглядят как преданные. Бхактивинода Такур, когда не зашел в этот мир, видел, что некоторые избегают преданных. Почему? Потому что Бабаджи Матаджи одевались как преданные, но их поведение противоречило духу преданности. Они курили, употребляли в пищу недозволенные продукты, совершали непозволительные деяния. И хотя носили кантималы, ставили тилаки, ели при этом рыбу и мясо. И когда люди видели поведение таких якобы преданных, они думали, это что, преданные такие? Тилаки наставили, но так себя ведут? Это что, последователи Махапрабху? Люди просто фактически нос воротили от таких якобы преданных. Бхактивинода Такур, естественно, прекрасно это понимал. Поэтому он и Шрила Прабхупада Сарасвати приложили огромные усилия, чтобы уничтожить эти ложные воззрения, проповедовать шутха бхакти, чистую преданность Господу. Прабхупада продолжил дело Бхактивинода Такуру. Он был настолько могущественным ачарьем, что категорически настаивал на том, что не следует употреблять запрещенные вещества. В Бхагаватам говорится, где пребывает Кали, дьютам, панам, стрия, шуна, то есть не играть в азартные игры дьютам, панам, не употреблять одурманивающие вещества. В нашей сампрадае даже чай не употребляют. Почему? Потому что в нем есть кофеин и никотин. В некоторых сампрадаях употребляют запрещенные вещества, им кажется, не испытывают блаженства. Но это не блаженство, на самом деле они разрушают свой разум. Их разум затуманивается и не может работать должным образом, поэтому там нет речи ни о каком подлинном блаженстве. Дотам панам стриям. Стриям означает недозволенные половые связи. Например, не со своей супругой, а с любовницей.
И, соответственно, если женщина заводит любовника, не состоя в законном браке, допускаются близкие отношения с мужчиной либо с женщиной. Это запрещено. Шуна. Употребление в пищу продуктов насилия, рыбы, мяса, а также яиц, лука, чеснока. Прабхупада решительно проповедовал чистоту следования Шудхабхакти, хотя его просили: «О Прабхупада, если вы сделаете всего хотя бы два попущения, дозволения, то все другие сампрадаи присоединятся к вам, останется лишь Гаудия сампрадаи». Какие вещи просили разрешить? Курить и пить чай. Прабхупада сказал: «Нет, мне не нужны тысячи звезд, необходима лишь одна луна, поскольку она своим светом сможет осветить все вокруг, чего не могут сделать тысячи звезд. Поэтому я не разрешу ни пить чай, ни курить». И те, кто следует чистой преданности, должны соблюдать регулирующие принципы. Не так, что называть себя последователем Махапрабху, однако своим поведением показывать обратное, нарушая регулирующие принципы. Бхактивинода Такур также предсказал, что четыре вайшнавские сампрадаи, которые существуют сейчас и были ранее, в дальнейшем присоединятся к Гаудия сампрадаи. И действительно, постепенно это притворяется в жизнь. Во Вриндаване, посмотрите, например, сколько Гаудия вайшнавов, украшенных тилаками, кантималами, посещают Вриндаван, совершают паломничество в разные храмы. В Навадвипе были на парикраме? Кто был? Сколько там преданных? В нашем мандире, храме, огромное количество преданных, а в других храмах, и когда группы разных парикам встречаются, просто поток людей. Итак, Бхактивинода Такур подобен Бхагирадхе, который с большим трудом возродил поток чистой бхакти на земле, проповедовал Шудха Бхакти. И кроме того, еще одна заслуга есть у Бхактивинода Такура. Какая? Фалина Паричаята. Древо познается по плодам. То же самое Гурудев объясняет. То есть объясняет смысл выражения Фалина Фал Паричаята, Паричая познавать, узнавать. То есть мы узнаем дерево по плодам. Например, если дерево дает плоды, яблоки, виноград и другие, мы поливаем его, заботимся о нем. Но если дерево колючее, плодов нету, что мы делаем? Избавляемся от дерева. Почему? Потому что нет от него никакого толку. Подобным образом человек также познается по плодам. Благодаря Бхактивинода Такуру в этом мире появился Шрила Прабхупада Сарасвати Такур. Настолько сладкий плод, что он может утолить жажду всей Брахманды, всего мироздания. Именно Шрила Прабхупада Сарасвати Такур установил Гаудия Мадхи, и затем уже появился ИСККОН. Словно Бхагирадх, Шрила Прабхупада Сарасвати также повсюду проповедовал во всех четырех направлениях чистую преданность. Итак, Бхактивинода Такур — автор произведения, которое мы будем изучать — Джайва Дхарма. Что значит Джайва Дхарма? То есть Дхарма всех джив, Джайва. Джайва Дхарма. Дхарма всех джив. В Гаудия Мадхи данное произведение, Джайва Дхарма, сравнивается с ведами. Бхагаватам почитается во всех сампрадаях. Считается, что именно Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, высшее писание. Потому, почему? Артхаям, Брахма Сутранам, Бхарата Артха Винирна Яд, цитата. Потому что Веда, Пурана, Упанишады, Гита, Бхагаватам, Брахма Сутры, есть разные писания, но что является их сутью? Шримад Бхагаватам. Подобным образом для нас сутью является Джайва Дхарма, потому что в ней изложены все самые важные наставления, истины. Поэтому необходимо изучать Джайва Дхарму. Если мы поймем Джайва Дхарму, это будет означать, что мы постигли суть всех писаний. Ведь Джайва Дхарма состоит из трех частей — первой, второй и третьей. В первой части, что рассматривается самбандом. Во второй — абхидея, то есть как достичь Господа. В первой — отношения с Господом, во второй — как достичь его абхидея, и в третьей — цель нашей жизни, прайоджана.
Все три этих важнейших аспекта нашей жизни освещены в Джайвадхарме, поэтому если вы постигнете их, то ваша жизнь непременно увенчается успехом, и это будет означать, что вы изучили все священные труды. Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорил о Джайвадхарме, раскрывал славу данного писания. Что он описывал, в том числе, в предисловии к Джайвадхарме? Джайвадхарма — это дхарма, которая относится к живым, ко всем живым существам. Некоторые считают, что есть разные виды дхарм, разные виды обязанностей, в зависимости от семьи, рождения, барны. И в зависимости от того, какая в принципе форма жизни. Например, у человека одни обязанности, у животных другие. Животные другие действия совершают. Однако для всех живых существ есть только одна дхарма. Нет двух дхарм. Какая это дхарма? Савай Пумсан, Парон Гармо, Ято Бхактир Адхокшиджа. Савай Пумсан. Для всех живых существ, для всех джив, есть только одна дхарма. Какое? Это бхактир Адхокшиджа, которая приводит к преданности Адхокшиджи, Господу Кришне, к бхакти. Только это является дхармой, ничего другого. Дхарма существует только одна, поэтому называется санатна, нитья, джайвадхарма, то есть вечная, неизменная дхарма. По-разному называется эта дхарма, нитья, санатна, джайвадхарма, но речь об одном, о вечной дхарме для всех живых существ. Цитата. Джайва Дхарма представляет собой изложение в глубокой форме всех священных трудов, таких как Веды, Веданта, Упанишада, Бхагаватам, Пураны, Брахма Сутра, Махабхарата, Итихаса, Панчаратра, Шесть Сандарбх, Читани Чаритамрита, Бхакти Расамрита Синду, Уджвалани Ламани. Суть всех этих гранд трудов представлена в Джайвадхарме. Их глубокие суждения отражены в Джайвадхарме. Поэтому, изучая Джайвадхарму, вы изучите все вышеперечисленные труды. И как же повествуется суть этих писаний в Джайвадхарме? Цитата. Джайвадхарма написана в виде диалогов, вопросов и ответов. Например, когда мы не можем что-то постичь, в нашем уме возникает вопрос, который не дает нам покоя, беспокоит нас, тревожит. И ответы на все вопросы мы можем найти в Джайвадхарме. Мы бададжива, обусловлены души, и толком не понимаем, как вопрошать о духовном, что спрашивать у садху, святых. Обычные люди ради чего приходят к садху? Чтобы пожаловаться. Никак дочь не выдать замуж, детей нету, проблемы на работе с бизнесом. У соседей двух-трехэтажных дома, у меня всего одноэтажный дом. Так приходят люди простые и жалуются святым на свою материальную жизнь. Но что на самом деле нужно говорить садху, святым? Какие вопросы задавать и какие ответы должны быть даны? Какие ответы являются подлинными, истинными? Все это изложено в Джайвадхарме. В данном работе рассматривается самбандха, отношения с Господом, абхидеи, то есть как нам достичь Господа, каков путь достижения цели, и также прайоджана, в чем состоит цель, назначение нашей жизни. Все истины, связанные с Господом, изложены здесь. То есть отражается татва в отношении истины философской, в отношении Господа, джив, души, шакти, энергии Господа. Описываются два состояния души, бада и мукта, бадхадаша и муктадаша, то есть обусловленное состояние души и освобожденное состояние.
Видя разговоров, глубочайшие философские истины отражены в данной работе, в том числе Вайди и Рагануга Бхакти. Все заключения Сиддханты присутствуют в Джайвадхарме, в том числе описано, как действительно достичь Господа. Ведь мы вроде как слышали о Самбанхе, Абхидее, Прайоджане, а как же действительно нам достичь желаемого? Все это можно узнать, изучая Джайвадхарму. Также в Джайвадхарме рассказывается о славе святого имени, ведь Кали-юга Кевала Нама Адхара, Сумеру Сумере Нама Утара Хипара. В Кали-югу только с помощью святого имени можно пересечь океан материального существования. Поэтому важнейшие аспекты нашей духовной жизни изложены в Джайвадхарме, Тадашма Сарам Хридаям Батетам. Если воспевая святое имя, мы не плачем, наше сердце не тает, голос не прерывается, следует понять, что мы воспеваем святое имя нечисто, с апаратхами, оскорблениями. Однако как очиститься от этих оскорблений и повторять подлинное святое имя? На все эти вопросы мы можем найти ответы в Джайвадхарме. Сегодня мы начнем немного изучать первую главу Джайвадхарму. Я сначала думал рассказывать вам об Абхидее Татве, о Дашамолу Татве. Однако подумал затем, что тогда вы не будете знать, что в начале было в первой части Джайвадхармы, если начать сразу с Абхидеи со второй части. Поэтому постараемся, насколько это возможно, начать изучение Джайвадхармы с самого начала. Первая глава Джайвадхармы повествует о Нитья, о вечной дхарме и о наймитика, о временных обязанностях живого существа. Нитья — это подлинная дхарма, наймитика — это временная дхарма, которая не является, соответственно, постоянной. С чего начинается Джайвадхарма? Бхактивинода Такур описывает, что Джамбудвипа является самой высшей. Джамбудвипа — это Азия, один из семи континентов. На территории Джамбудвипа что является высшей? Бхарат, то есть Индия. Бха означает Пракаш, свет, врата. Означает, что Бхарат излучает только сияние, то есть духовный свет, свет духовного знания. Где все реки священные находятся? Ганга, Ямуна, Сарасвати, Нармада, Синху, Кавери, Кадринат. Далее священные места Кадринат, Бадринат, Гангутри, Ямунатри, Айодхи, Мадхура, Каши, Аванчи, Дваравати, где? А четыре дхамы основных? Какие четыре дхамы, скажите? Дварака, Пури, что еще? Рамешвар, Дварака, Бадринат. Четыре основных дхамы находятся в Бхарате, в Индии. Господь где рождается? Кришна где рождается? Рама где рождается? Айодхи, в Айодхи. Вамнадев где? В Бхарате. Нарсингхадев где проявляется? В Бхарате. То есть аватары Господа где проявляются все? На территории Бхараты, Индии. Поэтому Джамбудвипа — это Азия, самый прославленный из континентов. На территории Джамбудвипы самый прославленный Бхарата, Индия. А какое место самое прославленное в Индии? Это Гаурабуми. Читание Бхагавати поэтому говорится. Навадвипа хэна грама дрипа вананай. Цитат. Нет такой же возвышенной дхамы во всех трех мирах, как Навадвипа. Ведь сам Кришна, украшенный цветом тела и настроениями Шримати Радарани, не зашел в Навадвипе. Мы ранее слышали, как Шанкара объяснял Парвати, что если кто-то кроры, то есть десятки миллионов раз посетит святые места, то то благо, которое он получит, не сравнится с благом, если кто-то даже один раз посетит Навадвипа Дхаму. Сам Шанкара поведал об этом Парвати и сказал, что в это тяжело поверить дживам. Однако это действительно сатья, истина. Слава Навадвипа огромна, ведь это не просто 9 островов Навадвипа, то есть Нава 9 двип островов, а это 9 кунч, которые Радарани проявила из своего сердца. Кто был в Навадвипе? Все были. Замечательно.
Итак, Навадвипа – это высший обитель. Рахул Прабху, Радхараман Прабху говорит, что кто хочет поехать в Навадвипу, он может помочь с билетами. Объясняет, обсуждает там детали, сколько денег нужно, чтобы поехать. Обсудили, как поехать на самолете, на поезде в Навадвипу. Далее, Джавид Харма. Итак, Гаурабхуми – это высшая территория в Бхарата-варше, то есть в Индии. А в Гаурабхуми, что является высшим, Навадвипа. Навадвипа-мандала – это место на берегу Багиратхи. И в Навадвипе на берегу Багиратхи есть Годрума. Что значит Годрума? Гол-короба. Друма – это брикша, то есть дерево. Под этим деревом означает, что в этом месте Индра сидел и совершал аскезы. Ведь в Кришна-лиле он совершил оскорбление. 7 дней поливая гирячка Вардан и весь Вриндаван. Потом он понял, что Кришна не обычный мальчик, а сам Верховный Господь. Принял прибежище у коровы Сурабхи, а затем, когда понял, что Кришна полностью не простил его, пришел в Навадвипу, потому что в Навадвипу должен был не зайти Кришну, украшенный цветом тела и настроениями Шримати Радарани. Кришна, являясь как Махапрабху, моли и милостив, потому что Радарани милосерднее, чем Кришна. Во Вриндаване никто не говорит «Кришна, Кришна». Что говорят? «Рада, Рада». Почему? Потому что Радхе, наш рот приоткрывается, когда мы говорим ее имя. Как вы символизируете, что непременно бхакти расы, она нас напоит. Кришна изогнутый, Трибангалалита, и его бхакти тоже такое же изогнутое, непростое. Однако наша Радарани гораздо более простая, более хорошая. Поэтому, когда Кришна, именно как сам Кришна, не как Махапрабху, он помнит о том, что личности сделали в прошлом. Однако, когда Кришна приходит как Махапрабху, то есть в настроениях Радарани, он уже вообще не помнит, кто что делал. Настолько он погружен в настроение любви. Он не вспоминает, какие прегрешения есть у людей, у разных душ. Он только смотрит на то, каково положение личности сейчас. Махапрабху, если просто на кого-то смотрит издалека, такая личность уже обретает Кришна прямо. Джага Парай, если кто-то хотя бы раз припадет к стопам Махапрабху и взмолится о пощаде, Махапрабху простит его и скажет: «Ничего страшного, ступай, повторяй Кришна нам и обрети благо благодаря святому имени». Бхактивинода Тхакур поет: «Дая нитал читания боли, начря марман». О мой ум, танцуй, пой. Имена Нита Гауранги. Почему? Почему? Потому что разве были еще такие же милостивые инкарнации Господа, как Нита и Читания? Помните, где Годрум находится? Во время Навадвипы были же? Надия Годрумы, Нитянанда Махаджан. Цитата из Бхаджан. Это то самое место, где Индра совершал свой баджан, чтобы освободиться от последствий апарадхи. Переплываем Гангу и достигаем Годрума. Чудесное место Шри Годрума. Из давних времен в Годруме жили очень многие подвижники. Они совершали там баджан, то есть баджана Ананди. Садху святые. Почему они поступали так? Подобно тому, как Индра совершил оскорбление Апарадху и искупал ее последствия в Годруме, также садху очищались в Годруме. У нас, например, тоже очень много парадхнама, парадхама, парадх. Столько мы совершаем оскорбления по отношению к святому имени, святым местам и так далее. Как мы можем очиститься? Совершая баджан, духовную практику. Подобным образом садху тоже совершали свой баджан в Годруме. Также там корова Сурабхи
в роще, украшенной лианами, поклонялась Верховному Господу. А неподалеку от того места, где была Сурабхи, находилась Никунджа. Там совершал свой баджан Прадьюмна Брамачари, поэтому назывался Прадьюмна Никунджа. У него располагался там кутир, где он совершал духовную практику. А после него его уже ученик Премадас Парамахамса Бамаджи совершал духовную практику в этом месте. То есть сначала Прадьюмна Брамачари жил неподалеку от Сурабхи Кунджи и совершал духовную практику, а затем его шишья-ученик Премадас Парамахамса Бабаджи совершал духовную практику в этом месте. Как он совершал духовную практику? Премадас Парамахамса Бабаджи. Его жизнь – прекрасный пример для нас. Он баджанананди, то есть черпает удовольствие в баджане, а мы боджанананди, в наслаждениях. Иногда мы гумананди, то есть нам очень нравится спать, мы получаем удовольствие от сна. А нам нужно стать не боджанананди, не наслажденцами, а баджанананди, то есть черпать ананду блаженства в баджане, баджанананди. Как мы можем этого достичь? Сесть в одно место и сконцентрированно совершать баджан. Например, наш Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, пока не вычитывал с утра один лакх, ни с кем не разговаривал и не принимал пищу. Например, когда наш Премананда Прабху приходил к нему, чтобы взять деньги и затем пойти купить овощи на рынке, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж говорил: «Нет, я сначала баджан свой закончу утренний, а потом уже буду что-либо делать, в том числе деньги тебе давать. Потому что я ради чего пришел в храм? Баджан совершать. Сначала баджан, а потом боджан». То есть сначала духовная практика, а потом еда и все остальное. И Премадас Бабаджи Махарадж всегда был погружен в святое имя, в памятование Господа, вознесение молитв. Так он, как баджан Ананди, совершал свою духовную практику. Он был пандитом, знатоком всех священных писаний и жил в Годруме, не отличный от Шри Нандана, от Шри Нандаграма. То есть Гурудев сначала читает Джатхарму, потом объясняет то, что прочитал. Итак, Премадас Бабаджи Махарадж знал прекрасно все священные писания и жил в Годруме. Навадвипу как именуют? Гупта Вриндаван, то есть скрытый Вриндаван. Поэтому в Навадвипе есть места, которые присутствуют и во Вражадхаме. Годрума чем является во Вриндаване? Знаете? Это Нандаграм. То есть Годрума не отлично от Нандаграма. В Нандаграме Господь крал масло из домов гопи. Там Тер Кадамба, Уддава Кьяри, Нанда Кхирак и другие места. Итак, Годрума не отлично от Нандаграма. Именно в Годруме Премадас Бабаджи совершал свою духовную практику. Как нужно совершать баджан? Каждый день он повторял два лакха святого имени. Сколько лакхов? Два. А мы сколько повторяем? Каждый день повторял два лакха, то есть два раза по 64 круга. И выражал почтение всем вайшнавам, принося им сотни поклонов. Таково было правило его жизни, которому он всегда следовал. Например, мы как Джатхаю произносим, складываем руки и говорим «Джай, Шиши Гуру Гауранга» и так далее. Джай. Так мы прославляем нашу Гурварку со сложными ладонями. Однако как Премадас Бабаджи Махарадж прославлял вайшнавов?
произносил имя преданного и делал полный земной поклон со штангами над пранама. Потом вставал, произносил имя второго преданного, опять делал полный земной поклон со штангами над пранам. Опять вставал и вот так кланялся каждый раз и вставал, выражая почтение каждому преданному. И поем Вриндавана Васаджата Вайшнава Ракана. Цитата из Бхаджана, из Вайшнава Вандана. Мы ежедневно поем этот баджан и выражаем почтение всем преданным во Вриндаване, в Нилачале, то есть в Джаганнатхапуре, в Гаурамандале. И все их имена, этих преданных, Примадас Бабаджи Махарадж ежедневно произносил и приносил поклоны. Как он поддерживал себя, собирал мадхукури, пожертвования. Так он должным образом следовал всему. Это было его ниям, правилом его жизни. Когда у него появлялось свободное время, он не вовлекался в мирские разговоры. О чем он говорил? Бхагават Паршана Прадан, о том, что связано с Господом, с его спутниками. То есть, смотрите, он воспевал два лакха харинама. Сколько времени нужно на это? 12, 13, 14 часов. Довольно значительный период времени. Затем он также предлагал подкламы преданным. И если у него оставалось время, чем он занимался? Он изучал према-виварту Шри Джагадананда Пандита. Чудесное, изумительное описание према-виварта. Замечательное произведение. Когда он читал, то что происходило? Из его глаз текли слезы. В это время те, кто жил по соседству, эти преданные собирались вокруг Примадас Бабаджи Махараджа и слышали его катху. А почему бы и не послушать? Ведь према виварта настолько изумительное произведение, что вся раса, все трансцендентные вкусы, вся раса татва заключена в ней. Кроме того, Бабаджи Махарадж очень чудесно рассказывал прямо виварту своим приятным бархатистым голосом. Он словно проливал нектар на их сердца. Его сладостный голос был подобен дождю, который гасил пламя, яд чувственных наслаждений в сердцах преданных. Я не знаю, есть ли према-виварта на хинди. Чудесное писание. Если будет возможность, непременно изучите ее. Какую шикшу, какое наставление можно извлечь из этого писания? Понять, как садхаку, практикующему, нужно следовать духовному пути. То есть не тратить время попусту на то, что является бесполезным, например, на смартфон. Смартфон – самое оскверняющее. Все неблагоприятное, все низменное можно найти в смартфоне, в интернете, в телевизоре. Поэтому старайтесь свой ум не погружать в те низменные аспекты, которые есть в современных достижениях. Используйте время, чтобы повторять Святое Имя, изучать Гранхи, Священное Писание, Харикатху, проводить киртан. Благодаря этому сделать свою жизнь успешной, следуя тому, что Анушилан благоприятно для чистой преданности, для Шудха-бхакти. Тогда непременно вы однажды обретете Гаура-прему, и ваша жизнь станет благословенной Данья. Мы постараемся каждый день немного читать из Джайвадхармы, обсуждать вопросы и ответы, которые приводятся в данном писании. А вы постарайтесь слушать внимательно, а в идеале не только слушать, но и записывать. Есть тетрадки, чтобы записывать? Что, до сих пор тетрадок нету? Приобретите, пожалуйста, тетрадки. Поэтому старайтесь слушать, записывать и запоминать.